Хей, йоу, гайс, с вами Мишин Ким, мы продолжаем проходить игру под названием Саус Парк и Палка Истины. Сколько шмот я получил по значению энергетика и эликсирами? Подожди, а где быстрое перемещение, я не пойму. Быстрое перемещение куда-то пропало. Соблюхи появились. Вот и он, трактир ржущий шаг. Паладин, ты уверен, что Бард скрывается там? Так и в Твиттере написано. Почтовый ворон, Баттерс! Простите, я такой весь принес почтовый ворон. Крэк и Токена, охраните заднюю дверь. Баттерс, Кенни, сэр, чему идемте внутрь? Будьте рядом, сэр, чему таверну ржущий шаг посвящает все Торебия. Может, мне, пожалуйста, меда сегодня нет, только эльфей. Ну тогда пинту эльфея. Так, это кто-нибудь видел Барда недавно? Кружка эльфея ничего не значит без Акамеза, поэтому... Конечно, не здесь. У него карморка в погребе. А, я еще щедро нахожу за его слугу. Сэр, чмо? Баттерс, чмо, постучите вниз и выгляните его оттуда. Принесла Кенни, и я буду ждать здесь, чтобы мы выпустили кишки. Окей, хорошо. Картман хавает. А ты честно... Да пошли, Баттерс, несы. Но я вижу, вон кто-то стоит. Так, подожди, что-то не врубаюсь. Куда мне идти? А, мне... Блин, ладно. Алло? Черт, это же Бард! Говорится, к битве, слабаки. Эльфы, стройся. Чему это ловушка? Вам не надо было приходить сюда, люди? Я Бард 10 уровня, могу мои люди призвать мои эльфийские стражника волшебников песнями. Уча, волшебника песнями, уча. Волшебная песня, уча. Волшебная песня, очарова. Волшебными песнями, оча. Волшебными песнями, очара. Волшебная песня, оча. Волшебными песнями, очарова. Волшебная песня вечера. Волшебная песня вечера. Волшебная песня вечера. А песня очаровать. Сука. Жила была дамочка в Сталмбор Хоуз. На вид так себе, но она как глота... Но она-то, ах, как глотала. Так, а теперь поехали, ребятки. Начнем с лучников. Готово. Так, Баттерс. Я вот не знаю. Тебе все равно только хватит на одну, так ведь? Ух ты ж, ё-моё, повышенная защита. Ответный удар. Ой, остр... Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй, сейчас Баттерс отлетит. Я дрочил её не раз, не два. А, дамочка, то и твоя мама была. Ой-ой-ой, это очень плохо. Ой,
Пускай будет тошнотворный урон хотя бы. Ах ты ж ё-моё. Жалко, что я не могу отменить это дело. И мне... Почему я не могу пропустить ход? Здрасте, но я не хочу атаковать. Твоего напарника вырубил, накормите парня. Нет. Сори, нет. Вау, какая заварушка. Нет, дротики жесткие. Спустите вниз и прикончите их. Я защищаю полку истины. Я жду этого. Барт наградит нас за это. Так, я могу сразу тех как-то прикончить? О, подожди. Эй, старшимой, я здесь. Я разберусь с этим. Ай. Ой, моя лодыжка, мне кажется, я ее сломал. Давай я взгляну на это. Блять, подожди, как? Это дротик. Ваншотнул. Хорошо. Открыл себе проход. Ох, ч... Ох, и выбей меня. Эльфийский лук. Сложно вот это управлять на самом деле. Вот так, приятель. Спасибо, благодарный паладин. Ты можешь вывести нас наверх? Вот что есть. Давайте я посмотрю, что лук хороший или нет. Маленький эльфийский лук. Скорострельная гораздо выше, чем у знаменитого эльфийского большого лука, но остальные характеристики дерьмовые. Так, изменить, что мне дали там? Фигня. Мне на оружие, что ли, дали? При атаке игнорирует до 5 брони. Это херня. Давай. Давай, уметываемся. Поехали, поехали. За короля! Помогите кто-нибудь! Это доносится оттуда. Вот так. Ладно. Хорошо. Хорошо, способности. Отлично. Так, Баттерс. Не-не-не, молния. Нужно было этого атаковать тогда. Окей, давайте его добьем. Ах ты что? Ну я ладно, норм сделал. Так, у него 5. Ладно, мощно сделаю.
Ух ты ж, ё-моё. Отражающая, да? Дерьмово. Смотрите, я могу 3 раза юзать. Я лучше палкой, подожди. Ой-ой-ой. Хорошо, что... Ладно, нет. Теперь мне нужно в спину, пока он броню снова не накинул на себя. Ай. Промахнулся я. Изи. Извиняюсь, король Милор, если можете, пускайте пока помучаться. Простите, прости, приятель. Он очень был силен, Барт. Он так, наверху с одной из комнат. Они похитили принцессу Кенни. Они ее потащили наверх. Уверен, что они ее изнасилуют. Не дай им насиловать принцессу Кенни. Хотя, блядь, я мог убить одного, по сути, так, да? Вот это. Господи Иисусе. И, по сути, все, да? А этих просто запинать. Блин, нужно, наверное, сразу эти смотреть, что я подбираю. Дальнобойные атаки наносят на 5 больше урона. Ха. Ха. Блин, но у меня уже все занято. Если оно потом будет немного круче, ну так... Магистр Тагов, уберем новичка, пока я найду наверху и сражусь с королем эльфов. Ты не пройдешь, мать твою. Молись о пощаде. Ты, твоя ж мать, будешь мертв. Используйте свою магию. Откройте дверь! За ки-ки-ки-ки! Продолжаю... Да не, подожди, нужно... Как могу больше... убить? Походу все. Воу, в смысле, а этот... Нифига себе. Эльфийский охотник на ведьму. Ни хрена себе. Ого. Так, мне кажется, нужно этого сразу отпиздить. Баттерс, давай выноси их нахер. Из заднего, да. Потому что... Я сейчас ударил... Все. Этому пендаля. Так все и задумалось, на самом деле. Все, он оглушен. И теперь я могу творить... дичь. Просто его ударь, мне все равно. Мне главное, чтобы этого не было. Теперь берем дротик и просто закидываем его. Раз. Не плевать, мне главное ему кровотечение дать.
Походу, зеленые атаки показывают то, что... Угу. А ну мощные давай. Может, зеленые атаки это те, которые я типа не могу сильные сделать? Где король? Он там. Он уже сильно ранен. Хорошо, что там мой медицинский так. Мы приведем магистра в чувство, но наши пацаны и что там? Так, лесной костюм. А ну-ка. Доспехи лесного эльфа. Идеально подходят для горцования по лесу со своими подружками-феями. При использовании лука с каждым ходом... А, ну это лук нужен. Но это нужен лук, нет, сори. Не торопись, чему подумай, прежде чем пойти. Да что думать, поехали. Денег у нас есть, все есть, хил есть. Мы должны... Мы должны ворваться туда сейчас. Осмотреть. При блокировании отражает на 10 больше урона. Ключ от гаража. А слышите, а звуки какие? Насилует, насилует. Да. Он держит ее в заключении. Заложники. Осмотреться, добавлять одну очку помощи при идеальной атаке. Деньги. Вот черт. Пиздец, а прикиньте потом, типа, чей-то дом, да, типа, опа, смотри, какая херь у нас. И такой бац, и бац. Не баться, не встаться. Казнить. Так, наносит больше урона своим зачарованием. Блин, я не знаю, типа... Мне кажется, лучше вот это докачать. Замедляет и оглушает врага, нанося еще больше урона, когда ты... Оглушает. Мне нужно оглушение, поэтому как-то так. Мне нужно оглушение. Принцесса Кенни, насколько жестко я тебя изнасиловал? Я могу войти, кажется, дверь заколочена, и я могу поверить ручку. Ты не можешь держать дверь ручку, Барт. Ты мухлюешь. Конечно, я могу. У меня палка истины, которую я спрятал своим миром, и я говорю, что можно. Эй, он это сделал. У него палка истины, он может делать, что хочет. Проклятие! Должен ведь быть какой-нибудь другой путь туда. Эй, полезли. Слушай, да я так и тоже понял. Вы только погляньте на это, я иду, крошка. О, да. О, ничего себе, какие огромные. Блин. Отличная работа, одичавшая принцесса. Так, подожди, а чего мне Баттерс нужен? Не-не-не, сори, конечно, но мне нужен Баттерс. Баттерс, полетели. Черт, даже чердак полон вонючих эльфов. Уверен, там нравится, потому что так... Так, стоять, оп. Ни хрена себе там крыса. Так, а теперь... А, так это вражеские крысы. Вау! Она меня укусила? Ни хрена себе.
Ты чё, охерела? Ватерс. Отхили меня. А теперь ее мне ее молнией. Сильная, сильная. Не, пускай он... А хотя... Вот так вот. Вот так вот. Перчатки лесного эльфа. Смотреть. Добавляет 3 брони, снижает урон. Получать атаки на... Смертоносные стрелы. Забрать все. Допинг Гузун. Ксерчик. Так, нашивка лук и стрелы. Смотреть. Добавляет одну помощь при идеальной атаке. Херня. Забрать все. Выбираем все. Так, перчатки. Тайная, так. Тройной слой плотной кожи и ткани. Атака идеальное оружие наносит дополнительный урон. Блять, слушайте. Ну, я мог, в принципе, это снять. Гоу, подождите, да? Где эти перчатки, что были только что? Так. Изменить. 5 урона. Убийство противника. Получает при нанесении тошнотворного урона. Стоит, это ж не надо. Я не знаю, типа, я могу сразу 8 этих получать за одну только, ну, блядь. Ну, типа, 3 брони. Мне вот это интересует просто. Лучные атаки на больше урона. Лучные. Дополнительный урон. Давай попробуем. Кто его знает? Тебе никуда бежать, Барт. Отдай мне палку истины. Тогда забери у меня, король волшебник. Сделай шаг вперед и испытай свою суть. Испытай свою суть. Сделай шаг вперед и испытай свою суть. Сделай шаг вперед и испытай свою суть. Свою суть. Свою суть. Следующий шаг и испытай свою суть. Свою суть. Свою суть. Сделай шаг и сделай свою суть. Суть. Сделай шаг и испытай свою суть. Ты в подметках не годишься великому магистру. Эта палка принадлежит нам, и я использую все свои благодарствия, чтобы палка моё. Ладно, ты, братан, похмылять хочешь. Надея Рима задницу чему. Ты почему? Для тебя сверчим, и он сейчас тебя научит уму-разуму. Джим Барт, это на самом деле отсылочка, скорее всего, будет на этого. Ван Ринг, это Властелин Колец. То, что он сейчас дудел и призвал крыс, это на старую сказку про крысолова. Так, давайте я сначала смотрю, что да как. А, так у них довольно мало хп. Поэтому мы делаем таким образом. Пойди, удар в спину, его нужно оглушить, так? Баттерс... Бля, я не знал, я думал, он оглушит.
Не-не-не. Бай-бай, как птички, лягушка наблюдаю, расслабляйся, бай-бай. Ух ты, какая... Это мой великий концерт. Ух ты, какая... Нет. Нет. Бонус к мане. Он... Держи его. Ля. Минус мана. А теперь что я могу делать? Я могу делать вот что. Получай поебало, во-первых. Эликсир силы. Баттерс меня исцелит. Дальше. А дальше бьем его молотком. И я его закидываю просто дротиками. Дальше также продолжаем. Отлично. В смысле? Я нажимал на V. Ну да, я нажимал. А в чем проблема? Все, изи. Палка наша, ура! Типа, в чем вот V это C, F, ну, S, U, A, F. А, я дежал. Ну, это V, правильно, а чё? Костыль слабости. Так, костыль слабости. Усыпляет бдительного врага, внушая ложную уверенность в себе. При отдельной атаке понижает атаку производителя. Одимую цели. Ну. Так. Изменить. Удалить. Окей. Назад. Так. Изменить. В смысле, то есть здесь тоже снялось? Ля. Ля, слышите? А чё за бред? Я думал удалить все, это значит удалить только на одном. Изменить. Теперь думай, какие там были. Тут получается при каждом ходе в бою, основной дополнительной цели. При убийстве врага получить очко помощи при нанесении тошнотворного урона. А тут стоит. Странно. Странно работает, ладно. Ready to leave, sir douchebag? Okay, but hurry up. This inn is no longer safe for our kind. Я хочу облутать и отправимся. Find his running shoes. Just kidding. Опа. Шляпа. Шлем эльфов. Шапочка лесного эльфа. Чувак, серьезно? Добавляет одну броню, снижая урон на атаки противника. Получайте одну при улучшенной атаке. Ладно. Рубится в крепость Купы. Возвращаемся в крепость. И заканчиваем серию. Пока Сина вернулся в законы владельцу.
Молодцы, мужики. Чмо. За твои трагические совершенства и также самоотвержение в великой битве при дворе Крисдена, ныне совещаю тебя членом королевской крепости КК. Добро пожаловать в ККК. Уже поздно, великому магистру, пора баньки. Ладно, мама, спасибо, что рассказал всем. Завтра в школу, малыш, тебе в твоих друзья дудетки. Мы не сторон дуды, мы воины и махи. Ну все, живо в кровать, а вам всем пора по домам. Друиды. Задание выполнено. Ну чё, ребят, я думаю, давайте на этом тогда закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И комментируйте. И всем пока.